Пусть ваше мужество, доблесть, бескорыстное стремление помочь и спасти попавших в беду людей всегда вознаграждается их признанием и благодарностью. С этих слов свое выступление перед сотрудниками 28-й пожарно-спасательной части города Видное начал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Радушкин, который отметил, что за прошедший год личный состав гарнизона порядка 2000 раз выезжал на происшествия, потушил более 400 пожаров, провел почти 300 спасательных операций. Вы находитесь на таком уровне, что, честно, вот ощущаешь спину и плечо товарища, что за вами, на вас можно положиться, и все будет в нашей жизни, мирной жизни, скажем так, спокойно. Труд каждого по отдельности невозможно переоценить. Это командная работа. Об этом говорили на торжественном вручении почетных грамот и благодарственных писем от главы Ленинского округа и от Совета депутатов муниципалитета. Гордость вот переполняет, да, действительно, за то, что вы есть, за то, что вы всегда на передовой, всегда в самый ответственный момент, ваша служба всегда рядом. Почетную грамоту вручили и начальнику 28-й пожарно-спасательной части города Видное Александру Сотникову. То, что меня отметили этой благодарностью, мне очень приятно. То есть и ставят мне определенные рамки, за которые я не должен опускаться, а расти только вперед и вверх. Александр Сотников выразил благодарность администрации округа и Совету депутатов за поддержку и развитие инфраструктуры муниципалитета для комфортной работы сотрудников МЧС. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.